Милиция, участковый. Кто там? Милиция! Нету никого. В гостях на улице Маяковского у бабушки Пелагеи милиционеры не первый раз. Время от времени приходится наведывать пенсионерку, проживающую далеко не в лучших условиях, и интересоваться. Как вы здесь живете? Вот так мучаюсь. Мучается и терпит сложившиеся обстоятельства пожилая женщина, которая уже за 90 лет, проживая под одной крышей с внуком. Он хоть и присматривает за престарелой родственницей, но как раз покоя не дает. Пьет внук? Кто? Внук. Ой, не за что, хлеба он купил, хлеба не нету. Не обижает вас? Нет. А на работу устраивался куда, нет? Он потом, когда устроишь, устроится. Да. Проживает с внуком, который злоупотребляет спиртными напитками, дебоширит время от времени. Значит, с ним проводятся профилактические беседы. В настоящее время проведена первая комиссия для осуждения в ЛТП. Ну, эффективно, не пьет. Адресов, похожих на этот, говорит Роман Юнчик, на его участке несколько. И пока там удается поддерживать порядок и не давать в обиду пожилых людей. В других районах Пинска достаточно семей, где престарелые граждане нуждаются в защите. В основном от пьющих и не желающих работать родственников. Как показывает практика, преступления в таких семьях, всего их на внутреннем учете состоит 76, совсем не редкость. С начала года уже зарегистрировано почти 5 десятков. Чаще всего в отношении пожилых людей происходят кражи. Большая часть от всех преступлений – мошенничество, хулиганство. Зафиксирован даже один факт разбоя. Нередки скандалы, в том числе с угрозами убийства. В отношении престарелых граждан свои родственники совершают административное правонарушение, то есть могут избить, могут оскорбить. Но теперь у нас существует часть 2 статьи 9.1 Кодекса административных правонарушений. Это психологическое страдание своим близким родственникам, проживающим совместно с ними. Составляем протоколы, отправляем в суд. Вот. И в последующем, согласно этим протоколам, иногда приходят и административный арест. Не так давно в суде Пинского района и города Пинска было рассмотрено уголовное дело, фигурантом которого стал родной сын пенсионерки. Доказано, что он неоднократно избивал свою мать, за что получил срок 2 года лишения свободы с принудительным направлением в лечебно-трудовой профилактории. Предпринимаемые меры по защите пожилых людей сотрудники правоохранительных органов считают действенными. Люди звонят в милицию, обращаются. Без обращения я считаю, что мы сами все не можем уследить. Главное, чтобы в ситуации, где есть угроза престарелым, никто не оставался равнодушным и, наблюдая жестокое обращение, обязательно сообщал в милицию. То же самое сотрудники ГУВД советуют делать и пожилым людям, когда их жизнь и здоровье находятся в опасности.